Друзья, огромный-огромный всем привет! Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. И я до сих пор решила не прерывать рубрику с пустыми баночками, ну, потому что пользуются спросом, чего ж тогда их не выкладывать, раз все так хотят видеть мои пустые баночки. Начнем, пожалуй, с расходного материала. Это влажные салфеточки, всевозможные диски, ватные палочки. Я заказывала ватные палочки, 3 штучки надо было в упаковке сразу заказать. Ну вот, 2 упаковочки я уже высыпала в баночку, у меня в баночке всегда ватные палочки стоят. Вот такие вот ватные палочки, ладушки называются. Если вы увидите на Wildberries, то заказывайте. Неплохие, они не раскручиваются, не расщепеливаются. И вполне-таки достойный бюджетный вариант. 3 упаковочки за ту цену, как я заказала. Потому что в какой-то момент в Пятерочке, в Магните вообще не оказалось ватных палочек. Я даже уже испугалась. Я говорю, неужели конец света, ватные палочки не будут продаваться? И я вам рассказывала как-то, что вот покупала вот такие вот салфеточки маленькие. Вот такая вот маленькая-маленькая упаковочка. Они вот в единый вот такой целый были запаяны. Мне очень нравится для сумочки, не занимают много места. Правда, они идут без спирта, но одна из моих подписчиц, виртуальных подруг, подсказала, что, оказывается, есть такие же спиртовые. Но в нашей Пятерочке я пока таких не видела. Они разного цвета, голубые, розовые и желтые, поэтому очень здорово, особенно в маленькую сумочку, положить вот такую вот пачечку. Ну а что касаемо влажных салфеток, которые используются по уходу за домом, по уходу за ребенком, да и вообще у меня они, мне кажется, и в первый мир, и в добрые люди я их применяю. Я не стала даже покупать салфетки по уходу за домом, или их иначе еще называют технические салфетки. Вот такая вот группа собралась. Это аура вот с таким клапаном. Показывают лайфхаки, да, что вот этот клапан можно снимать, приспосабливать уже на другую упаковку или нам на что-то еще, на целлофановый пакет. Ну, я как-то не использую почему-то этот лайфхак. Одни из моих любимых, которые продаются в Пятерочке, влажные салфетки, вот такие вот. Они аж по 39 рублей 60 штук. И в сумочку я клала вот такую вот упаковочку от Папи. Здесь 15 штучек. Ватные диски от Папи. Я всегда, знаете, не заморачиваюсь. В Пятерочку еду за продуктами, ну, заодно и захватила вот такую упаковочку ватных дисков. Мое любимое мыло, которое вот я просто на каждом углу рекламирую, всем рассказываю, впихиваю, как будто бы я с этого имею деньги. Но если товар того стоит, то почему бы его не прорекламировать и не посоветовать? Собственно, я ничего не теряю, а кому-то будет приятно и полезно. Вот такое вот мыло, я его использую, застирываю носочки, особенно у Серафима, который не носит тапки дома. Ну, как бы я, какой бы хорошей хозяйкой я ни была, как бы чисто я не мыла полы, но все равно носки останутся носками к концу дня, какими, собственно, и следовало бы ожидать. Ну, еще я отнесла бы к расходному материалу вот такой картридж Винус у меня закончился. И на выброс вот такой вот станочек я покупала на Wildberries 3 штучки. И вы знаете, я вам могу посоветовать. Очень даже неплохие станочки от Big, женский вариант. Их 3 штучки в упаковке. Я сначала так скептически отнеслась. Отзывы, конечно, почитала. Отзывы крайне лестные, крайне положительные об этих станочках. Но так пофыркала, ну, думаю, попробую. И знаете, очень даже неплохие, удобные в использовании, удобно держать. И держатся, как еще иначе назвать, держатся они долго. Так что не придется выбрасывать, у меня сразу вспоминаются времена былой молодости, да? Времена былой молодости, когда мы находились в роддоме. И когда мы использовали вот такие вот одноразовые станки, когда там акушерка уже вся обплевалась, говорит, выбросить их и забыть. Так что вот эти вот очень даже неплохие, я бы вам посоветовала. У меня муж в ванной приспособил, знаете, такой диспенсер для мыла, он от батареек работает.
Я вам его, конечно, не очень показывала и не распространялась об этом. Он такой старенький, ну, не очень уже такого презентабельного вида, но Серафим очень нравится. Подносишь руку, мыло течет. И вот в этот диспенсер мы заливали вот такое вот мыло от Аура с антибактериальным эффектом. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И я думаю, что любой воспитатель, любой педагог и любой родитель скажет, что какие-то такие изощренные меры, которые приводят к положительному результату, всегда надо применять. Мы вот придумали, чтобы ребенок не забывал мыть руки, и ему было интересно. Вот такой вот диспенсер, заливаем туда жидкое мыло, ему нравится. Немножечко о медицинских препаратах. Я, как всегда, мне скоро, наверное, поделки надо будет делать вот из этих бутыльков. То, сколько я их выбрасываю, это хлоргексидин. Я выполаскиваю свои тонзиллитные пробки. Те, кто страдает этим, то в запасе, конечно, всегда имейте вот такие вот бутылечки. И еще я бы посоветовала тем, кто страдает заболеваниями горла, это фарингиты, тонзиллиты, ангины, в общем, все, что к этому относится. Стоматофит тоже очень неплохое средство, так что пробуйте, может быть, и вам понравится. Конечно, не совсем из бюджетных, все-таки 50 мл 220 рублей, но иногда оно того стоит, лучше отдать подороже, и даже вот такой вот маленький бутылек в 50 мл может вам помочь гораздо быстрее, если вы исполощите, как говорится, литровую банку какого-нибудь там настоя ромашки или дубовой коры. Ну, я, конечно, утрирую, но суть вы поняли. Закончилась зубная паста. Нам почему-то вот эта зубная паста от Sense1 не очень-то понравилась. И я ее израсходовала, на что бы вы думали. У кроссовок, когда белая подошва, когда походишь некоторое время, она уже не совсем красивая, не совсем белая. Так я зубной пастой очищаю подошву старой зубной щеткой. Мне очень нравится. И вот тюбик ушел на ура. Как хорошо, что я в тот момент, когда она нам не понравилась для использования на зубах, я ее не выбросила, а вот пригодилась вот на что, на обувь. Из гелей для душа у меня закончился гель Фа. Я заказывала его на Wildberries, это Ночи и Панемы. Мне понравился такой восточный, сладенький аромат. Ну, не совсем уж прям навязчивый, не совсем уж такой густой. Но для тех, кто любит все-таки сладенькие ароматы, я могу вам посоветовать. И один из моих любимчиков в производстве гелей для душа это марка Нивея. Я, мне кажется, от Нивея люблю любой гель для душа, какой бы мне ни предложили. Это был крем и апельсин с маслом авокадо, и мне тоже понравился. Закончилась мицеллярная водичка, это от Нивея тоже. Ну, я не могу как-то ничего ни плохого, ни хорошего сказать. Водичка и водичка. Плюс, конечно, что глаза не щиплет, все в порядке, макияж снимает, ничего не остается, вплоть до туши, но я тушь использую не водостойкую, поэтому присмотритесь, если вот эти 400 мл где-нибудь, может быть, в подружке или в Магнит Косметик будут продаваться по акции, то почему бы и не взять. У Серафима закончился шампунь. Это Маша и Медведь, вот такие вот 7 трав. Конечно, детские шампуни зачастую очень приятно пахнут. Хочется вот прям даже самой голову помыть с удовольствием таким шампунем. У меня для укладки волос закончилась пенка от Чистой Линии. Те, кто смотрит постоянно мои видео о пустых баночках, наверное, уже знают, что я себе не изменяю. И цена бюджетная, и на волосах держится хорошо. И в последнее время у меня уходят флаконы именно от Чистой Линии, что касаемо муссов, пенок для укладки волос. Закончился срок годности, и я уже чувствую, он как-то подвздуваться начал. Это крем для рук, смородина и ежевика. Ежевика не знаю, не ощущаю как-то ничего, а вот смородиной пахнет очень-очень так насыщенно. Конечно, наверное, больше такие кремушки подойдут для летнего периода, когда хочется чего-то такого ягодного и насыщенного. И вы знаете, что у меня произошло? Я тут хотела... Начался уже период пересыхания кожи на ногах. Я тут хотела на ногах
кожу помазать. Кожу помазать на ногах. В общем, ноги хотела помазать именно целиком. Так что бы вы думали, я тут открыла этот крем и поняла, что он там у меня высох. Поэтому проверяйте тоже свои запасы. Но крем был очень такой неплохой. Это увлажняющий крем для тела от Organic Kitchen, который был с лакрицей и пассифлорой. Вот такой вариант. Пересмотрите свои запасы, не засохло ли у вас что-нибудь. Вот такое может происходить. Может быть, из-за того, что было жаркое лето, а я тут сунулась. Называется «Карина, думай, что ты делаешь». Даже в такую жару крема не выдерживают, высыхают. Гель для бритья закончился от Аркомен. Вот такой анти-ирритейшн. Знаете, чаще всего в Магните и в Пятерочке они бывают по акции, но ничем не отличаются, мне кажется, от остальных гелей для бритья. Поэтому почему бы такой не брать, и всем советую. Ну и еще у нас остались две группы, да, это по уходу за домом и средства для стирки. Сейчас рассмотрим как раз их. По уходу за домом. Мой любимый Санокс. Я им чищу унитаз, я им чищу раковину, я им чищу ванну. Даже тут, знаете, посмотрела одного из блогеров, которая чистила раковину Саноксом, и она сказала фразу: «Санокс, дорогой, как я раньше без тебя жила!» Ну, если можно сделать комплимент такому средству именно в таком варианте, то, конечно, я ему тоже такой комплимент делаю. И я тут чистила как-то, знаете, кафель в ванной. Каюсь, что я не так часто его чищу. Надо было чаще, потому что вода у нас преужаснейшая. Остаются разводы, мыльные налеты какие-то. И вот таким вот мистер мускулом решила тут бутылек добить. Что-то как-то не очень. Может, он у меня уже давно стоит, а я про него забыла и... Поэтому просто вот допшикала, кафель потерла и все смыло. Не знаю, ничего о нем даже такого ни положительного, ни отрицательного говорить не буду. Ну и что нам еще осталось обсудить? Это средство для стирки. Это Woolite для черного, темного Duck. Вот такой вот гель, два флакончика. Это кондиционер, вот такой вот Вернель. Я люблю вот такие вот парфюмированные. Это была чувственная роза. Для выведения пятен вот такой вот пятновыводитель Ваниш. Он всегда со мной. Не обязательно этот, но пятновыводитель всегда должен быть у меня в запасах, потому что кухонные полотенца, потому что пятна на детской одежде, куда без этого, я спасаюсь только этим. Ну и для вещей, которые не склонны к выцветанию и потере цвета, это вот такая вот дося «Альпийская свежесть», 1,2 килограмма, вот такой пакетик закончил. Ну, такой порошок, конечно, я использовала именно для тех вещей, например, для одежды детской, когда мы гуляли на детской площадке. Естественно, игра в песок, катание на ржавых горках, мы стараемся одеть одежду более такую похуже. Ну и какая-то униформа у мужа, рабочая спецодежда, которая, ну, не требует супер-пупер навороченных средств, конечно, можно использовать и такое. И порошок Дося вот такой вот сыпучий, я не назвала бы супер-пупер каким-то сногсшибательным, но для таких вот вещей, мне кажется, самое то. На этом все, что я хотела вам рассказать. Вроде бы все у меня под рукой закончилось. Я очень рада, что вы до сих пор со мной, и даже больше я обращаюсь к тем, которые со мной в течение моей блогерской жизни уже долгое-долгое время. Ну и, конечно же, к новеньким тоже обращаюсь. Спасибо, что вы подписались, что присоединились к моей компании. Я не так часто уж выкладываю видео на YouTube, но те, кто хотят со мной идти параллельно и видеть больше эпизодов из моей жизни, конечно же, подписывайтесь в Instagram. Там я стараюсь как бы почаще выкладывать и сторис, и какие-то посты. И, конечно же, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы знать, что новое видео-то уже вышло на моем канале. И до новых встреч! Пока-пока!
baby.